Их несколько этих способов, но самый надежный и который доступный для каждой семьи – это самая обыкновенная пищевая сода. Для этого нужно всего лишь бокал с небольшим количеством вина и половину чайной ложки соды. Элементарно добавляя в вино, я даже не буду размешивать ложкой, просто покручу немножко. Дело в том, что крахмал, который содержится в винограде, вступая в реакцию с пищевой содой, меняет окрас вина. И из красного вина превращается в такой серый, черный, иногда синим, иногда с зеленоватым оттенком. И это говорит о том, что вино натуральное. В случае же, в порошковых случаях, в этом плане сода не входит в реакцию, и вино не меняет цвет, остается красного цвета. Это самый простой способ, самый быстрый в домашних условиях, который доступен любой хозяйке.